Ну, приехал посмотреть, ребятки, на ближайших лужах, где в том году осенью первых уточек захуярил. Вот таких вот. Недалеко от дороги. Сейчас посмотрим, будут или нет, уже двух видал. Сейчас день, может, разлетевшись. Я сейчас вернусь, примерно к тому куску подойду, метров за 30 не доходя. Там лужа должна быть. Сейчас посмотрим, будут они там сидеть или нет. Хочу поманить, попробовать. Эти, короче, ребятки, первые две штуки возле того вон куста сели, вот не долетая. А эти две туда пошли куда-то. Так что уточки уже есть, уже 5 штук видал. Буквально минут за 15. Вон два крикоша пошли. Ко мне идут ребята. По-моему, вот возле этого куста. Не берет. Вон еще два хуярит. А эти на круг пошли. Вот в том году, ребятки, вот по вот этой вот гриве шел, вот за вот этими вот камышами я утку доставал. А потом еще одну я вон возле того бугра, короче, вот там где-то нашел. А стрелял я оттуда. Пока что никого не видать. Мне еще 5 километров ехать. Короче, ребята, прямо отсюда сейчас уточку загнал. А вот тут метров 20 косач был. Взлетел и полетел, короче. А утка здесь что-то сидела. Вон, видите, вот пузырьки. Вот здесь она была. Ну, была это сама кряква. Не селезень. Интересно. Но я бы ее не успел. Я даже не ожидал, что она здесь есть. Сейчас там где-то лужи должны быть. Я по спутниковым картам смотрел. Тут я ни разу не был. Хочу посмотреть, что за лужи. Есть ли они там вообще сейчас. И потом по обстоятельствам, короче. Так что, развернусь, пойду в назначенную точку, куда я хотел сегодня шпарить. Ну а пока что пауза. Короче, ребятульки, ни одной лужи не видно. Здесь все камышом заросше. Вот. Уже, короче, 600 мегабайт истратил. Вот такая вот травушка ведет вот к такому камышу. Там он есть бугорок. Сейчас на бугорок заберусь, посмотрю. Будет видно лужа, нет. Моя сейчас задача, ребята, какая? Сейчас, короче, моя задача такая. Походить тут, покрутить, посмотреть, короче, места, где можно будет сидеть, караулить уточек. Вот. Вот они пошли. Идет крикаш на меня. Далеко стрелять нельзя. Да и не с чего. Эти пошли туда. Меня услышали собаки, наверное. Эти вон пошли вон. Вон полетел косач. Ребята. Видите? Может видно, может нет. Но это косач.
на первой луже, которая такая здоровущая. Вот она. Но на ней, блин, лед. Но могут быть и лодки. И сороки сидят. А там, короче, озеро, видите, блестит. Вот там. Ну что, поднимемся здесь. Посмотрим, что кого. Еще одна лужица. Вау, ребята, я набрал. Ёбана, бро. Где она у меня тут? Нихуя. Охуеть. Сука, полные сапоги. Оба причем. Ебать мой хуй. Ну вот так вот. Болотоходы преодолевают болота. Блять, надо отжиматься. Не от пола, а носки, ребята. Уже снимаю ребра, как снимаю. Первая такая преграда водная. А вот на этой всей сосне, короче, иголки косачи пообъедали. Короче, мой вывод, ребята. Через 3 дня открытия, а лужи еще почти все замерзшие. Видите, снег стоит. Здесь какой-то хер покопал. Кто-то кого-то выкапывал. А, вот бобринные, короче, норы. Бобр здесь лазил, ребят. Он погрыз есть. А здесь, короче, видите, бобришки. Угу. Понял. Я пришел в такое место, откуда я не смогу попасть в ту сторону. Короче, здесь тупик будет сейчас, друзья. Придется мне разворачиваться и шпарить обратно. Как-то так. Но бобры здесь четко на это были. Видите? Все бобры скопали. Ну их тут походу выловили. О! Видали? Шпарит. Ну а тут уже такие вот места открытые. Классные. С той стороны. Он полетел. Сели. Что я думаю, друзья? Сяду, попью чаек. Чайку попью. Развернусь. Пойду до высопеда. Ну и поеду дальше. Куда я планировал ехать. Вот. Такие вот, друзья, ребятушки, делишки. По идее, вообще можно было там обойти. Туда идти. Вокруг этих вот зарослей. Камыша, мне надо на ту сторону, в те березы, короче. Вот там шпарить. Вот сюда вот выходить. А потом туда вдаль. Помните, где я говорил, что у меня крикошай не смог достать? Короче, это вот туда. 3.5 километра, вот так напрямую. А вокруг вообще 12 километров. Вот такие дела. Ладно, достаю чаек, пью. Отзывается.
залез был на кочки. Тирок ко мне шел. Сейчас летел туда. Короче, друзья, и черки стали отзываться. На выстрел. Таежный аракис, ребята. Вот так вот делает АА сибирская косуля. Ставьте на паузу, считайте горошки. Сколько горошин. Помните, ребятки, я подходил по темноте к лебедям. Вот они, два штуки тут сидят. И вон там за кустами еще сидят. Хуй знает сколько. Ну-ка, чё? Лед меня уже не удержит. Не, нахуй, пойду я отсюда. Сорда. А эти вон не взлетают ни хера. Эти два перелетели к тем двум, четырем, к пяти штукам. Вон они. Видите, сидят. Пять штучек. А больше не видно. А тут тогда их было 22 штуки. Вон, видите, на льду как сидят. О, а тут я на лед зашел. Вот они сидят. 7 штук. Ну, сегодня я видал, снимал, там было штук 10, наверное, людей. Красавчики. Ладно, конец. Два черка еще взлетели. Прям вот. Слышите, два свистунка. Вон пошли еще три крикоша. Вот как-то так, друзья. Вон прям 6 штук уток. Ребята, вон там 12 я уже прошел. Видал еще тетерку одну. Ну и вот практически вот до этого места добрался, где я в том году утку убивал в лед, потом которую я доставал, дрожня не смог найти. Сейчас в это же место пришел. Издалека метров за 100 над этим водоемом я заметил 4 крикоша в лед. Вот сейчас подхожу сюда, посмотрю. Тут воды-то много, талой. Талой открытой, воды много. Как бы сюда вот, наверное, можно будет идти на открытие. Тут прям такое раздолье. Можно сейчас посмотреть, где скрадок делать. Вот. А там прям водоем такой открытый. Прям четко открыто все. Сюда утка и должна падать. Видите, вон еще пошли 3 штуки. Видите, загнал 3 крикоша. Ага. Вон еще сидит крикаш. Один вон за этой хуйней. Сразу же. Там два даже, ребятки, сидит 2 крикоша. Охуеть, мне место нравится. Даже не крикаш.
мыши пошли, два штуки. И вон сидят. Гоголь сидит, видите? С гоголихой. Это 9. 9 штук, ребята. Ну, в гоголя можно стрелять. Видите, гоголя полетели. С воды подняли, сука. Вот, ребятушки. А вон два лебедя сидит. И вон еще одна утка пошла, и еще одна пошла. Короче, классно здесь. Место четкое. Видите? Место охуенное. Ну что я думаю, ребята, может быть мне сюда и пиздошить? На открытие идти. Вот они, два штуки идут. Один пошел, круг дает. А вон еще три полетели. Короче, я считать перестал. Там кто-то булькнул. Вот два гоголя херачат. Журавли кричат. Вон еще два крикоша, и вон один. Там сидят в воде. Надо, наверное, друзья, делать тут скрудок. Какой-никакой, но делать. Короче, ребятульки, вот такой вот скрудочек начинаю делать. Воткнул в землю, короче, 4 деревца. Квадратом сверху замутил, короче, вот такие ветки. Ну, сейчас, короче, начну обставлять. Ну что, друзья, вот такой скородочек получился. Хиленький, серенький. Вот. Вот такой вот скрадок. Маленечко взмок. Ничего страшного. 25-е на носу. Зайдем в него. На новоселье. Вот. Тут у меня съемка. Так. Все, короче, меня не видно. Это окно для выстрела. Так. Ну тут разберемся, по ходу дела. Фух. Будем ждать открытия, друзья. Сейчас, короче, давай, попьем пиво. Вот такие вот, друзья, делишки. Так, время сколько? Твой смартфончик загляну. Фух, надо уже домой газовать. Ебать, уже 7:30. О, время. 19:28, друзья. СМС-ка пришла. Фух, короче, до дома мне газовать 2.5 часа. Я по темноте приду. Фух. Короче, это не чай, а какао. Вот. Сахарка я туда переборщил. Точнее, не сахарка, а сгущенки налил.
спускаюсь. Ой, до дома мне газовать и газовать, ребята. 12 километров по бездорожью. У меня ноги еще мокрые. Два сапога набрал. Но подошел бы, все видели, ребята, здесь прямо уточки было вообще мерено-немерено. Ну, для меня это нормально. Придется мне сюда матрас брать надувной, если в открытие удастся забить, чтобы заплыв делать. Чайка не видит, меня пролетает, пофигу. Но в открытие дождь передают, будет. Я думаю, охотники шороху наведут, уточка скорректируется, будет летать. Я еще пока что не придумал, с кем пойду, но, скорее всего, я один буду здесь. Придется ночевать. Спальник буду брать. Ой, это лишний вес, блин, друзья. Лишний вес вообще. Фигово не на чем ездить. Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, делитесь видосами. Наверное, солнышко сейчас отсвечивает. Сейчас допиваю какао, упаковываюсь в рюкзачок. И, скорее всего, будет включение где-нибудь на нормальной дороге отчет, кого видел. Ладно, до новых встреч, друзья. Прячем телефон. 31 минута. Короче, 3 минутки попил. Быстренько. Ну, здесь не надо щелкать, друзья. По-быстрому, короче, все делаем. Оп. Всем пока. Ну что, ребята, всем привет. Время 5.11. Вон уточки летят. Друзья, утки мерено-немерено. Вообще до хрена, короче. Короче, 5 километров смог на велике проехать. Остальные, короче, 6. Придется пешком идти. Глина пиздец, мне вообще все колеса забивает. Извиняюсь за мат. Плохо ехать, короче. Утки вообще всякой. И трескунки всякие, и крикоши, и широконоски, и шелохвосты. Гоголя, блин, северные какие-то гуси, блин. Летают, садятся, блядь. Но на этом озере я не буду стрелять. Так как далеко, доставать не с чего. Я сейчас иду в залив, друзья. Там, где у меня скородок стоит. Вот. С мелких луж много уток взлетает. Но я как бы не успеваю стрельнуть. Кусты. Да я сильно-то и не старался, чтобы прицеливаться-то. Так что вот. Рюкзачок у меня килограмм 8-9 весит. Плюс волына. Волыну пришлось достать мне из чехла. Тащу так, короче. Удобно прямо это. В чехле неудобнее нести. Вот, друзья. Чаечки летают. Утки вон вообще все. Уже два выстрела кто-то сделал. Вот. Косачи, короче, атаковали. Я не знал, ребята, что можно было на весну на ток брать. Я спрашивал у егерей. Они мне сказали, мы не даем. А у нас, короче, есть охотобщество городское. И есть, ну, как сказать, вот это вот единый государственный охотничий билет. Вот эта вот фигня, короче, вот эти выдают на косачей, короче. А мне никто не сказал. Так что можно было бы сейчас даже и косача стрельнуть. Ну, нифига. Ладно, все, друзья. Отчет с места будет. Давайте. Утка у нас вот под вот этим вот кустом, а вот палка сухая, там кусты с той стороны, вон как,
вон сухая береза стоит, а там вон еще кусты начинаются. Ну что, друзья, доброе утро, как говорится. Сегодня открытие, 25 апреля. Пошел, короче, в 4 часа, видео снимал на телефон. Короче, у меня беда, друзья. Две утки профукал, одну, короче, черка не смог достать. Ну, короче, в речке остался, ну, в такой, в заводе, где камыш. Лодку надо, нужно, короче. Я, короче, хотел на матрасе заплыть, нихера не заплыл. Потом пришел, хлопнул еще со скоротка крикаша. Скородок у меня, конечно, весь раздуло. Крикаш у меня вон в том кусту лежит. Отсюда он 70 метров. Его унесло туда, он еще под ранком был. Потом, короче, прилетел еще черочек. Я его хлопно спиннингом вот этим вот достал. Вот он. Вот черочек. И такой же самый черок у меня лежит там, в этом, в речке. И вот сейчас, короче, еще четвертую, короче, широконожку. Ну, можно сказать, две утки у меня есть. Но тех я надеюсь достать. Мне нужно каким-то образом где-то лодочку взять, легенькую. И вот с этой лодочкой мне нужно как-то это замутить вот этих вот уток, друзья. Не знаю как, но надо как-то, друзьяшки. Короче, наверное, надо мне дядьку уговаривать, чтобы он мне дал лодку одноместку. У него есть вообще, она легкая, она килограмм, наверное, 5 весит. И вот на ней бы я смог, ребятки, всех уточек достать. Не знаю, короче. Но вот эта широконожка вообще такая красивенькая. Смотрите, нос такой. Ой. Вот, короче, друзья, смотрите. Вот. Широконожка. Сейчас поставим, короче, камеру. И чтоб у нас было память. Офигенная, короче, друзья. Сделаем скриншот. Радость вообще неимоверная, друзья. Выстрелы со всех сторон. Смотрите, вот по сравнению с черком у широконоски какой носик. Смотрите, видите? Вот. Так что все окей, друзья. Открытие удалось. Две утки домой уже пойдет. Красивенькая уточка. Но она меньше, чем крикаш, друзья. Ну, приятно, когда необыкновенная утка. И это, она у тебя уже есть. Вот, друзьяшки. Вот, положим их сюда. Вот так. Достаю, конечно же, я вот этим спиннингом. Короче, сделал такой якорь. Но вот этот якорь, походу, мне надо разгибать. Я его уже разогнул, короче, и достаю так. Потому что очень много мудореза и ряски достается. Вот. Патронташем. Самка широконоски прилетела. Друзья, а я сюда подошел, тут столько шилохвостов было, гоголей, короче, широконоски, крикаши, короче, черки полетели. Вот тут вообще затемно надо было быть, друзья. Ладно, все, давайте, удачи, до следующих отчетов. Стрелять не буду со ствола, снимать, наверное, не буду. Друзья, из недостатков у меня черок и крикаш. Из достатков широконоска, черок и еще один черок. И вот сейчас еще одного черка забил. По факту четвертого черка. И широконоска. Итог у меня уже получается 6 уток, добытых сегодня. Время у нас. Время 7:54. Начал примерно с 6 охотиться нормально. Так, друзья, ладно, продолжаем охоту. Ставим лайки, подписываемся на канал. И что, друзья, взял второго черка. Получается уже 5-я утка. А добытых на земле 3. Короче, сейчас только эту утку достал. 10 шилохвостов, короче, летят. 10 шилохвостов летит. Я аж охерел. А сюда, короче, 3 черка прилетело. Я, короче, подманил манком. Вот этим. Через колоночки. Херакс один залетел, короче, ко мне вот сюда так прыг. Прыгнул, короче, вот прямо. 5 метров от берега. А были там 30 метров. Я не стал стрелять, далековато. Чтоб не унесло ветром. Ну вот нормально, что. Давайте ждем дальнейшего отчета.
Каркаш прилетел. Потом два лебедя. Я камеру убрал, и Каркаш ушел. Ну что, друзья, вторая широконоска взята. Смотрите, какой у нее глазик. Замечательный. Носик вот такой. Вот они, два клюва. По факту это у нас уже восьмая утка. Но у меня здесь получается шестая. Так как я две не смог достать, ребятки. Вот. Прилетел он с самочкой. Я отманил его. Он ко мне отплыл от нее, от самки. А сидели прям вообще упор. Отплыл от нее метров на 10 ко мне. Подплыл метров на 20 примерно, может на 15 я по нему хлоп. С четверочки, короче. Нормально положил. Только сапоги снял, болотники. Думал, сейчас горелка стелька подсушить. Носки-то я взял. Стелечки подсушить маленечко, чтоб ногам маленько теплее было. Пришлось опять одевать после выстрела. Стрелял без сапог. Ладно, все, удачи. Друзья, скажу вам одно. Лебеди вообще не боятся выстрелов. У меня, видите, рука в крови. Прикошили-то. Шпарят. Но суть-то в чем? Сейчас маню, маню, короче. Два крикоша прилетели. Плюх. Сели, короче, дальше, чем тот у меня лежит, короче. Ага. Ладно, маню. Дальше. Хуякс один взлетает. Пошел туда, короче. Ага. Второй туда же и круг дает, короче. И надо мной вот так вот хуярит, короче, сюда. Я его вот так вот сюда. Пах, нахуй. Блёд, метров 15, наверное. И, короче, вот он. На берегу. Ребятки. Хороший крикаш. Вот крикаш, нормальный. По факту это у меня уже седьмая утка, а на берегу у меня получается пятая. Так что, друзья, давайте ждем дальнейших отчетов. Болотники я набрал все, короче. Сейчас у меня ноги мокрые. Все колени, короче, сырые. Заболею, походу, друзья. А вот мои три черка и широконоска. И вот где лебедь, видите, вот он. Вот. Чуть-чуть дальше кустик есть. В нем, короче, крикаш такой же самый застрял. Селезень. Ну все, друзья, давайте. Удачи. Ну что, друзья, по факту добыл девятую утку. В этот раз у нас гоголь. Видите? У него вот такие прекрасные желтые глаза. У широконоски у нас вот такие глазки. У крикаша у нас вот такой глаз. А у черка у нас вот такой глаз. Ой. Короче, замерз уже, блин, ребята. Одну стельку подсушил, но, блин, нифига, у меня прям штаны мокрые. Смотрите, с носков сколько воды текет. Я уже, короче, уже его отжимал носок. Так что давайте сейчас я для вас выложу уточек в один ряд и видео сниму. Вы же любите мой канал, у вас у меня 770. Ну все, давайте. Ну что, друзья, вот они, уточки. Две широконоски. Три черка, гоголь и крикаш. Вот. Один крикаш у меня там плавает, короче. В кустах. Вон там. Буду надеяться, что вот сейчас ветер оттуда идет, чтоб он усилился бы. И его сюда вынесет. Вот ворона полетела. Их вообще можно без ограничений стрелять. Так что, друзья, не знаю, получится нам достать этого крикаша или нет. Черка тут точно не получится. Его ветром оттуда не вынесет. Но он никуда не денется, друзья. Ну и, в принципе, и этот крикаш здесь никуда не денется. Его тут прибьет как-нибудь. Только вот мне надо его достать, чтобы он не испортился. Сейчас посмотрим. Точно. Он там. Или его уже дальше отнесло? Нет, там он лежит. Стопудово это он. Да, вон он лежит. Лежит крикаш. В том году я тоже примерно здесь же. Не, маленько дальше. В другом месте. Ага. Вон он запутался. Зараза, блядь.
друзья, добыл еще одного черка. Вот. Получается их 4. За сегодня получается 5 добыто. Один не достается. Вот. Уже получается у нас 8 уток и 10 по факту. Вот такие вот дела, друзья. Быстро достал. Ну, вот так вот мой скрадок выглядит издалека. Вот. Короче, сюда. Классная посадка вообще вот сюда вот. Вот сюда вот вообще посадка классная. Как раз чуть-чуть дальше скрадка, вон к тому кусту. Вот куст. И манить начинаю, они ко мне сюда плывут. И есть. Ну, а крикаш у меня вон. Блин, хоть ты плод сделай, да плыви. Ну что, друзья, время 12:15. Последний раз, наверное, часа 2,5 назад черка добыл. Но по времени видно будет вот назад сколько. Черочек был добыт. Сейчас, короче, ну когда я сапоги сушил там туда-сюда, я это не снимал, наверное, дело. Пришел, манить начал, 2 крикаша прилетело. Они через меня, короче, через скрадок пошли. Я, короче, раз, щелкнул. Потом я на спину лег, вдогонку еще 2 щелкнул. Ушли. Не было никого. Опять манить. Маним, маним, короче, хуяк, еще крикаш прилетел. И вот он начинает, короче, с озера. То туда улетит, то туда улетит. То туда, то туда. Наверное, раз 10, короче, так было. И это, сядет с одной стороны. Я маню. Он какой-то шуганный. Опять перелетит в ту сторону, сядет. Возле скоротка не садится вообще, видать. Его долбили сильно. Он уже боится этого. Вот такие вот дела. Короче, сижу, ветерок поднимается. Небольшой такой. Ну да. Вот. Хотелось бы мне, чтоб ветром выгнало того крикаша, чтоб он не пропал. Ну и между делом, короче, я сижу, короче, вот, кашку варю. Кашку варю. Вот. На таком вот... Как он называется? Тагане или как? Таганок, горелочка. А кашка у меня, короче, геркулесик. Я люблю геркулес. Сейчас сольки туда, греночки у меня есть. Сахатинка есть у меня, копченая с собой. Сейчас я подсолю это все дело. Покушаю, друзья. Вот такую вот миску я сделал. Она, самое главное, что легкая. Кружку чая в ней можно накипятить быстро. И сварить вот так по-быстренькому, без палева, короче. Ну, чтобы зверь не видел. И не пригорает тут ничего. И нормально, короче, выходит все, друзья. Ладненько, до следующего отчета. Ну что, ребятушки, уточек так и нет. Не летают. Это по факту 11-е. По счету в рюкзаке 9-й. 5-й черок получается на земле. 6-й в воде. 2 широконоски, 1 гоголь и 1 крикаш. Вот, ребята. Ну, короче, что? Сижу. После того, как я кашку ел, сюда ко мне больше никто не прилетал. Решил сходить в ту сторону, прям километр, наверное, вдоль берега. Прошелся, трикошей поднял, крахалей поднял, широконоску поднял, шилохвостов поднял, блин, черков моря поднял. И все, короче, по одному крикошу в лед 3 раза стрельнул. Ну, нифига, что-то я не попал, блин, далековато было. Как-то так, ребятки, вот сейчас пришел, согрел себе тарелочку чая, залил ее в термос. Сейчас еще одну согрею, ну, чтобы побольше было. И чтобы потом ближе к вечеру нормально, чтобы сидеть и не дергаться. Куличок прилетел. И это. И вот так вот сейчас сижу, маню, короче, хобана. Смотрю на той стороне озера, короче, черок сидит. И это. Сильнее манить его стал, он, короче, хопс ко мне подлетает. Прям такой сел метров за 10, за 15. Я по нему шлеп. Есть, короче, с одного раза. Вот, синингом достал его, короче.
Ну все, друзья, давайте. Отбой. Ждите дальнейшего отчета от Fisherman Hunter. Кому нравится, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делитесь видосом. Вот. А также делитесь своими мнениями о своих открытиях охоты. Пишите это в комментариях, друзья. Всем пока. Ну что, друзья, после вот этого черка сижу, маню, короче. Вот так лежу на матрасике на этом. Хоба, на крикаш, короче, начал крутить. Там. Туда, потом вот так в это окно идет. Вот так идет над моим шалашом. Я вот так разворачиваюсь, короче, в лед ему хлопно. И он, короче, он туда, в болотце упал. Вот он. Достал я его. Шея задрана была. Короче, хорошо, я ему куда-то попал. В глаз вот, по-моему. Нет, не в глаз. Ну, короче, крыло я ему перебил. И вот в грудинку я ему попал. Четко. Друзья, видите? Классно я ему попал. Как бы это нормально. По факту это у меня уже третий крикаш, второй в рюкзак. Второй в рюкзак уже. Итог, у меня уже 12-я утка за сегодня. По факту 12. И 10 домой понесу. Как-то так, друзья. Продолжаем охотиться. Отводить свою душу. Все, друзья, 13-я уточка по факту. Черочек, короче. Пришлось два раза по ней стрельнуть. Короче, подлетело метров, наверное, на 5. Ну, может, на 7. Я по ней стрельнул с четверки. Контейнерная, короче. Ну и все. Сразу же еще двое сразу ко мне ходом шли. Ходом прошли две штуки. Я выхожу, смотрю это. А, я сижу еще в скоротке. Эта уточка, короче, плывет такая. Ну, видно, что бодрая. У нее прямо это просто крылышко перебито. Ну и все. Я потом вышел. А, она нырнула. Я вышел. Она, смотрю, поплыла такая в сторону кочки. Я думаю, короче, чтобы глубоко не уплывала, сразу же шлеп. И спиннингом достал. Метров, наверное, за 10 уже отплыла от берега. Вот. Все. Вот так вот. В голову ее сейчас попал. А первый раз я ей, короче, крылышко сломал. Вот это вот. Оно у нее завернуто было вот так. Вот такие, друзья, дела. Это у нас, по-моему, 6-й черок в рюкзаке. Один отдыхает в болоте. Там у нас, короче, тучки такие собираются, друзья. Ну, как тучки. Облака прям такие. Ну, можно сказать, что снежные, блин. Темные какие-то облачка. Вот. Крикаш мой там так и лежит. А один черок вон там в болоте, короче, он туда далеко, он там за лесом, короче, метров 300 отсюда, вот, на ту сторону. Болотинка там есть. Ну вот, как-то 13-я утка. Несчастливое число. Надо еще добывать, друзья. Все, давайте. Ждем следующего включения. Ребятки, 6 черков, 2 широконоски, 2 крикаша, 1 гоголь. 2 черка там плавает, 1 там плавает и крикаш здесь плавает. Итог. 4 утки плавает. Угу. 6 домой. 6, 11 домой. Итог 15 уток. Ну чё, короче, друзья. Блин. Получилось так. Одним выстрелом, короче, 2 черков. Ну и чё, и ветер поднялся, и дождь пошел. Но это сильнее еще было. Их ветром на ту сторону погнало. Крикаш у меня получается вот в этом кусту. Вот в большом. Черок у меня вот в этом, в маленьком. А второй черок, короче, унесло его куда-то на ту сторону аж. Непонятно, где он. Не знаю, найду я их завтра, нет. Короче, в воде у меня получается, вон крикаш идет.
Нет, червячок идет. Червячок идет. Нет, крикаш. Ребятки, первую нашел. Вот оно, это место. На таком баркасе я нахожусь. Я в нее чуть влажу, короче, друзья. Вот она, уточка. Червячок, короче. Вот такие, друзья, дела. Короче, оказалось, по-моему, это самочка, друзья. Пиздец. Ну что, друзья, добрый вечер. Сегодня 26 апреля 2019 года. Вчера, как вам известно, я охотился на уток. Вот. Не смог достать уточек. Сейчас уже время 7 часов 8 вечер. Короче, с утра вообще никуда неохота было идти, раз уставший был после вчерашнего. Приехал, у меня дома спина заболела. Весь промок, я с полными болотниками домой зашел. Просто с болотников по, блядь, по 1,5 литра вылил воды. Это еще нюанс. Вся куртка мокрая была, я же в ливень попал. Ну и вот сегодня проснулся. Как видите, снежок нападал. Первым делом я сегодня в 4 часа утра проснулся автоматически, как и вчера. Посмотрел в окно, а там все снежно. Ну, я сказал, слава богу, что снег, потому что я не выспался, все болело. И, короче, не пошел ни на какую охоту. Отлежал весь день. Короче, спина с непривычки, блядь. С рюкзаком, с ружьем, с дичью, блядь. Короче, устал. Потом плюс еще это, не выспавшись целые сутки. Потом, короче, это, мокрый весь, видите, еще вот это сказалось. Короче, по грязи на велике вообще тяжело ехать. По глине вообще забивало все, короче. Тормозные колодки забивало, под крыло забивало. Ну и не в этом суть. Ну и вот сегодня вечерком уже снежок, когда подсошел, уже вот так вот стало, видите. Я решил, короче, мне дядька лодку привез маленькую. Она весит килограмм 5, вообще четко. Молодец, только позвонил, он мне привез на 60 километров сразу же. И это... Решил сходить добрать этих уток. Не знаю, найду я их или нет. Фух, дай бог найду. Потому что за весь день неизвестно, куда ветер мог дуть. В какую степь их могло унести, я даже не представляю. Вот. Но идти мне еще минут 40. Я уже прошел, можно сказать, километров 7. Осталось еще примерно столько же. И это... Посмотрим, что будет. Достану, так достану. Не достану, так не достану. На завтра лодку оставлю. Завтра у нас, получается, уже 27 апреля. Перед пасочный день. 28 у нас Пасха. Я в Пасху не охочусь. Это 3 дня, как грех считается. С самого детства не охочусь. Вот соблюдая такие традиции праздничные. Ну, не знаю. Будь что будет, достану, так не достану. Заодно хоть лодочку унесу. Хоть завтра, если снега с утра не будет, на охоту пойду налегке, только с ружьем да с патронами. Ну, может, покушать, что возьму. Посмотрим. Друзья, вот. Как-то так, ребятки. Фу. Ну все, давайте. Вот преграда первая. Как первая? Уже были такие преграды. Сегодня ехал уже на велике. Слышно было, вечером бомбят. Выстрелы, короче. Несколько раз я слышал. Вот. Ну все, друзья. Давайте. Сжимаем кулачки, чтоб я достал уточек. Дальнейший отчет будет через несколько минут. Че, друзья, подхожу ко вчерашнему месту. Сидят. Вон крикаши пошли, 3 штуки. Нет, 2. Сидят 3 лебедя. Хотел сказать, 3 лебедя. Одна цапля полетела. Вон еще поплыла утка какая-то. Непонятно. Вон там еще сидят 2 штуки каких-то утенка. Уток моих пока что не видать. Мне до них пилить. Пилить и пилить. Там вон утки. Две здоровые сидят, наверное, криковые. А мне... Какие-то мерковые, что ли, да. Там еще за шалашом 2. А 2 пошли. Наверное, типа гугли. В уголях какие-то вот лебедушки сидят.
Видно, друзья? Вот эти миленькие. Ну что, мне вон туда. Вон туда, с камышом плыть. Сейчас поплывем. Дай бог найду. Красота. К моему шалашу никто не приходил. Ну, сегодня тут, как ни странно, мало утки. Но снежок, видите, все засыпал. Скрадок, в принципе, целый. Завтра придется мне его. А крикоша моего не видно, друзья. Его, скорее всего, удуло. Ну, будем искать. Будь что будет. Леблить. Ага, давай. Найду так найду. Гоголь полетел. Пришлось, друзья, вот на такую вот качающуюся кочку вылезти. Видите, тут все качается. Смотрите. Крикаш пошел. Скрадок у меня вон там. Вон. Пальцем я его касаюсь. Лодку вытащил. Перья вот валяются, блядь. Не знаю, сейчас еще он туда проплыву, посмотрю, в надежде того, что это просто утка почесала свои перья. Но думаю, ее какой-то орел вытащил и съел. Тут же махом это все делается. Вот. Солнышко уже почти село. По-моему, еще одну мою утку бесполезно искать, друзья. Видите, что я нашел? Перья, и там перья. Сейчас попробую туда чуть-чуть. Друзья, вон черки полетели. Короче, вон там черочек один лежит мой. И вот крикаш лежит тоже вчерашний мой. Вот, друзья, селезень. Бляха-муха. Его еще вчера надо было достать. А скрадок мой вон там. Вот как раз где солнце, он под солнцем на берегу. Это, короче, отсюда он 100 метров. Его унесло. Так. Три черка тихо пошли. Так, сейчас возьмем второго черка. Блять, самочка опять, друзья. Сука, а. Ну что, друзья, 8:50. Вот. Добрал вчерашних 3 уток из 4. Одну съел кто-то. Ну и нормально, что 3. Жалко, конечно, что 2 самочки угадала. Я говорю, вчера стрельнул по селезню черка. Получилось, что 2-я. Зацепилась. Каким образом, я вообще не понял. Сидела она в метре. Расстояние метров, наверное, 25 было примерно. Вот так. Ну и вчерашняя тоже черочек. Обсмотрелся я, друзья, блин. Фигово, что обсмотрелся. Было примерно так же само по рассвету. Это было где-то 5 часов примерно. Стрельнул вроде в селезенька. Надеялся до сегодняшнего дня, что селезень, блин, уверен даже был. Оказалась самочка. Вот. Может быть, конечно же, я ошибаюсь. Может быть, это самец трескунка, а не свистунка. Ну все, короче, всем пока. Завершение похода 26 апреля. Короче, до дома 12-13 км чесать. Вот. Вот такие дела. Вот, 4.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. И это только начало, друзья. Они... Вот они. Это шелохвосты вот это вот. Шелохвостики, короче. Вот еще пошли. Черки, нет? Какие там побольше черков. Вон те вообще крупняшки офигенные. Короче, сегодня, друзья, 27 апреля. Третий день охоты. Фух. 45 минут на велике. Остальное, короче, пешкодрапом спарил. Это вот шелохвосты летят, а это чайка. Ветер сегодня мощный. Вон еще две полетели. Вот два идут. Против ветра заходят. Но это крикухи, крикоши. Вот такие вот дела, друзья. Вон еще, вот смотрите. Но высоковато. На выстрел не. Далеко, короче. Но волынку я не расчехлял даже. Нафиг надо, тут егерей полно. Я лучше до места дойду, до скоротка, до расчехлю. Черочки полетели. Вон еще три шпарят. Два черка и крикаш прибились. Вот здесь может тоже кто зайдет. Там крикухи опять полетели. Три штуки. Ну звук-то нынче вообще пограмотней, да? Я в боксе еще пока что не снимал. А вот таскаю в сынином носочке шерстяном камеру, чтоб объектив не закосячить. У меня же было на X-True 360, я закосячил. Объектив поцарапал. Ну, объектив я заказал с Китая. Уже он, короче, в Москве, уже, наверное, на полпути ко мне. Ну, это было в Москве 3 дня назад. Вот. Может, дня через 4 получать буду. Ну что, друзья, доброе утро еще раз. Сегодня 27-е, как и было. Ну, там запись была на телефон. Сутками. Короче, будет две записи. Одна будет с телефона короткая. И одна будет с камеры. Почти пришел, короче, друзья. Осталось километр идти до места. Чаечка летит. Ветер у нас сегодня, видите, как он мощный. Темные, как будто бы снежные подходят. Лед замерзший. Но не везде. Вот здесь вроде уже его нету, друзьяшки. Как-то так. Пошел я сегодня 15 минут 9. Сейчас уже время где-то. 10 точно, наверное, есть. Вот. Как-то так. Сейчас посмотрим, будут утки сидеть, нет. Тут вот есть первое мое место. Подход. Ну, почти к основному месту уже подхожу. Сейчас посмотрим. Фигово, наверное, вы меня слышите, ветер. Ну, ничего страшного. Думаю, разберетесь. По губам читать умеете. Давайте сейчас направлю камеру. Кулик пошел. Я подумал, уточка взлетает. Вон два крикоша полетели. Вон два штуки. И две чайки. Но они сейчас как раз туда сесть и хватит. Вон третий пошел. Друзья, три штуки, видите? Вот, три штуки против ветра. Тяжело им идти. Ага. Но они сейчас туда хотят плюхнуться.
почти что где у меня скородок. Нет, их развернуло ветром, понесло их вообще в сторону большой реки. Вот, друзья, ну ничего, подманим. Спина у меня уже, конечно, мокрая. Промок. Взял с собой сегодня 30 патронов. Четверки. Ну, полегче, чтоб ходить было. Нафиг надо. Тут раз я вообще 65 штук брал с собой. Ну а тут пока что никого не видно, чтоб сидел. Может, ветра боятся. Может, кто-то уже спугнул, прошел. Я даже не знаю, где скородок мой. Есть там кто или нет. Так что... Ну, если что, выгоню. Че? Скородок-то мой. Сейчас вон там, вон, хатку вам покажу, Андатрину. Вот так вот. Вот там, где палец. Может, видите, черный бугор. Сейчас попробую приблизить. Вот она, хатка, видите? Ну, до нее 50 метров. Вот. Ладно, пока никого нету. Вот такие вот заросли камышей здесь, друзья. Камыш высокий. 2 метра, если к нему подойти. Такой высокий. В этом камыше вода и утка. Бывает, взлетает оттуда. Так что и грамотно здесь прятаться в этой заросли. А там вон такие вот синие облачища шпарят. Ну, сейчас у нас, по-моему, минус 3 или минус 1 где-то. Было минус 6. Вот. Так что не знаю. Возможно, снег будет. Но это может быть часа через 4 примерно. Ну, дай бог, чтобы его не было. А то охотиться будет сложновато. И мокро, и холодно. И ветер я не люблю такой. Плохо будет слышно. Уточек. Да и не мои позывные манки. Плохо будут слышать. Поехал. УАЗик полностью железный. Так вот облака смотрятся. Это я уже в обратном направлении иду. Только ли. Самое главное, друзья, мне сапоги не набрать. А то будет сыро. Сапоги тоже сушить как-то. Не ахти, время лишнее тратить. Ну, носки-то я взял запасные. Если подсыреют эти. Они всяко отсыреют. Вот. Итак, друзья, прошло, наверное, часа 2. Когда подходил, утки было вот столько. Море, короче. Сейчас просто неимоверный ветер. Не знаю, что значит слово неимоверное. Смотрите, вот такие вот волны. Вот. Волны, ветер, все шумит, короче. Вообще прям печально так, вообще печально сегодня мне. Не везет, короче. Улетало вот отсюда. Вот. Все вот там. Вот, короче, я его маню-маню, он взлетел, полетел, короче, с коротком. Я его так в догонку 3 раза хлоп-хлоп-хлоп. И так вот, как я
играл, чтобы он переживет. А надо было лет, может, на 50 брать, может, на 30, хрен его знает, короче. Корректировку ветра я не подрасчитал. Ну, будем так. Самочка, короче, вот примерно в середине озера, вот, вот кустики есть, вот. Вот, подплывал ближе, потом, короче, взлетел ближе, летит такой его ветром, так, чик-чик-чик, вот здесь вот, короче, метров 5 от меня, смотрю, селезнёк, селезень, короче, и меня увидел, короче, у меня тут скрадок раздуло, блин, вообще, сижу только, можно сказать, вот, стеной, вот, стеночка, можно сказать, и это, ну, короче, улетел он. Потом пролетали три шелохвоста, сели там где-то вдалеке, там вообще он залетел, он там, камышак. Ну и это, позвонил егерю, короче, охотоведу, узнал норму добычи за день. Он говорит, да можешь хоть 20 добыть, только их отмечай в лицензии. Я говорю, ну понял, а меня тут уже мужики начали пугать, короче. Два селезня за день, там, кто три, кто не больше пяти, говорит. Не знаю, вот я вчера человечку написал, он живет, короче, в Советском Союзе. Таежный бродяга, у него YouTube, короче. И он мне сказал, у них 5 селезней в день, норма. Мне наш егерь сказал, что хоть 20, говорит. Вот так он сказал. А дядька мне говорил, два селезня, говорит. А у него прописана норма за день. А у меня в путевке ничего не написано. Есть графа, как бы, норма за день. Есть, как бы, за сезон. Вот за сезон стоит, допустим, у меня 20. А получается, что в день у меня не прописано сколько. И вот егерь мне так и сказал, что, типа, хоть 20, говорит, за день. Стреляй, но, говорит, отмечай их потом. Вот как-то так, друзья. Но это меня, конечно, обрадовало, что можно стрелять как бы нормально. Как бы я думал там 2-3 уточки убить, если как бы за такое расстояние, за 12-13 километров ходить за такими утками. Да нахер надо, тогда дома лучше сидеть, рядом с домом где-нибудь выходить и стрелять. Ну а если в двадцаточку, то можно и здесь сидеть, друзья. Вот ожидаю, когда ветерок утихнет. Сейчас у нас время примерно уже час где-то доходит. Час, блин. Вот. 12:26, короче, друзья. Ну что еще сказать хочу? Сегодня меня жена подвела. Ой, подвела. Я, короче, положил хлеб на столе. Пакетик. У меня там лежала заварка, пакетики. Я думаю, короче, возьму с собой это. Ну, термос, короче, воды кипятка наделаю. Ну и вот таких вот пакетиков возьму. Вот. Быстренько. Горох заваривается и вкусное вообще. Вот рекомендую, вот берите, ребята. Кружку наливаешь кипятка, засыпаешь туда, 3 минуты и готово. Классный вообще бульон получается. И с горошком там, горошек такой перемолот с порошком. И она мою заварку вытащила. И я, короче, сегодня без чая. Я сижу просто вот. Малиновое варенье ем. И просто кипятком выпивают, друзья. Анечка, большое спасибо тебе. Я тебя тоже люблю. Ага. Она взяла этот хлеб, сделала мне гренок. И я взял с собой эти гренки. Ну а толку-то, гренки без чая, вот просто кипяток пью. Я вообще в шоке, блин. Ой, ну ладно, все, друзья, давайте до следующих отчетов. А, конечно же, вот лодку вам хотел показать. Вы обхохочете. Друзья, вот лодка дядькина, смотрите, ружье чуть влезло, вот смотрите, вот вообще, ну вот эта лодка выручила меня вчера, я, короче, достал уток, которых я потерял был, вот, друзья, сейчас маленечко скрадочек подправлю, блин, ой, я этот пакетик потерял, блин, его надо будет выкинуть, у меня яичко. Ладно, все, давайте, до следующего отчета. Ага. Друзья, это что-то, летела одна ворона, включил манок на ворону, короче, прилетела она. Потом две стало, теперь уже 4 летает, нахуй. Вот, круто, уже 6. 1, 2, 3. 3, 4. 5-я прилетела.
2, 4, 5, 5 точно. Ёб твою мать. Ладно, хватит было лучше. Друзья, утки моря сегодня. Всякие разные утки. Но, блин, друзья, сегодня ветер. Ветер. И удача покинула меня сегодня. Видите, какие тучи херачат. Вон, у меня там скрадок, короче, я оттуда указал. Я так чувствую, сейчас снег с дождем. Как даст. Короче, три раза по крикошу стрелял в лед, промазал, это я вам уже говорил. Вон хата бобра, кстати, стоит. Вот я ее и хотел заснять, камеру достал. Вот. Видите, вот эта куча, это хата бобра, вот она. Вот. Ну и, короче, потом прилетел еще один крикаш, я сдалека метров 30-40. Отплыл, блядь, я ему еще, но он уже не взлетал, я ему хлоп четыре раза. Его накрывало, он нырками, короче, в камыш ушел. Я ружье в чехол положил, короче, сплавал, не нашел, куда-то он делся. Пока плавал, уток столько много поднимался, из такого камыша вообще дофигища, вообще море. Вон летает, четыре полетело, вон полетело. Вообще, ну ветер не дает манить вообще, ребята. Ладно, все, давайте. Сейчас хочу сегодня по другому пути идти. Хочу срезать вот здесь. Попробовать проплыть. Лодку даже не спускал. Вот такие дела. Ну, короче, я с этого места свалил, вообще все вещи забрал. Все забрал, что было. Ну, все, давай. Ну что, дорогие мои друзья, мои предсказания сбылись. Пошел снег. Я уже на 4-й пути домой. Вот, друзья. Вот вам и утиная охота. Ни одной утки сегодня не добыл, блядь. Как жопу чуял, блядь. Надо было не идти вообще. Вообще просто неохота было идти, блядь. Видите, как метет. О, вот такая вот горошина падает. Видите? Горох. Все. Видимость плохая. Короче, хотел срезать. Как на записи говорил. Прошел 2 километра. Переплывать стал. Переплыл один залив. А там, короче, оказывается, рогоз растет. И на той стороне опять заливчик. Ну, как бы полосами, такими каналами. Я туда переплыл. А там, короче, на той стороне не рогоз, а кустарник мелкий. И через него лодка вообще не идет. Короче, никак не проплыть. Я, короче, решил вернуться обратно. 2 километра этих вернул туда скоротка. И пошел своим путем, которым каждый раз хожу. Ладно, друзья, не буду камеру мочить. Всем пока. 27 апреля. У нас неудача. Все, давайте, удачи. Ну вот, друзья, мои уточки добытые. Одного черка здесь не хватает. Короче, 3 крикоша. 1 гоголь, 2 широконоски. Вот. Как-то так. Получается 8 черков. 9-го кто-то съел. Че, друзья, минут 10 прошло. Ну, может, 15. Вот она, это первая, последняя преграда, самая большая. Снега навалило, бля. Вообще куча.
валит красиво. Видите, красота падает. Смотрите. Вот. Нагребает сколько. Ну что, добрый вечер, друзьяшки. Я тоже маленечко прибавлю. Вот так. Это у нас, короче, гоголек. Вот у нас крикошок. Жена там, короче, уже это прибирает их, разделывает. Но я беру вот такую вот горелочку. И вот тут у меня голову уже. Широконоски, голова. Тирок тут. Еще тирок. И горелочки наяриваю вот так. Друзья. Потихонечку смаливаю. Вот видите. Обсмаливаем уточек. Газик у нас остыл. Плохо дует. На улице оставил. У нас сегодня прохладно. Так. Забыли, друзья, посмотреть на заразность. Гоголёчек. Саркоцистоз есть, нет? Да нет, здесь червей нету в Гоголе. Вот смалим до выделения жирка. Кирюха у нас щипает. Да, состыл, друзья. Поэтому так слабенько дудит. У меня его там еще мало осталось. Пенечки выдираем, которые остаются. У меня батя раньше смолил паяльной лампой. Газ тоже на конфорках смолили.
Сейчас вот удобно, такие горелки есть. Прям классно. Видите, вот эту черноту убираешь, перья такие мелкие. У крикоша видали какие-то выпирающие крылья. Так, сейчас его проверим на заразность. Чистенькие, друзья. На эту заразу. Жирненький крикаш. Получается еще одного крикоша смолить и одну широконоску.